Всем привет! Всем привет, меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. Я сегодня гуляю по Бари, гуляю не одна. И снимаю для вас влог. Смотрите. Мы гуляем по старому городу. Да, здесь магазин. Магазин с какими-то сувенирами. Или это музей? Это, наверное, музей. Артиджани дель Борго. Спаччо Бари. А, лабораторию Артиджани. Артиджанали. Лаборатория Артиджанали. Вот это что. Здесь устраивают... Какие-то тут устраивают штукенцы. Вроде их больше, этих иконостасов на стене. Рассматриваем красоту, достопримечательности. Одна из них вот эта икона. Она находится под стеклом Мадонна дель Люме. Там икона, барельеф Святого Николая. Давай. Площадь возле базилики Святого Николая. Было несколько экскурсий в храме. Три из них на русском. И одна большая группа, я не поняла на каком языке, я не прислушалась просто. Здание это было заложено в 1087 году, когда 8 мая сюда прибыли моряки из экспедиции. В 1087 году привезли сюда мощи Святого Николая. Ну, не все, большую часть мощей они привезли. Остальное забрали венецианцы. Когда сюда прибыли мощи Святого Николая, была заложена эта базилика специально для святыни. Очень красивое здание. Перестраивалось оно, украшалось. Потом, видите, со временем все это украшательство ободрали. Как могли, вернули ему первоначальный вид. В кои-то веки видно площадь. А то, как не придешь, вот они туристы, туристы, туристы. Паломники. В кои-то веки можно площадь рассмотреть. Я нахожусь в базилике Святого Николая. Это верхняя часть. Это алтарь, позади которого находится гробница Бона Сфорца, королевы Польши. А здесь орган. А с двух сторон находится вход подвальную часть, где хранятся мощи Святого Николая. Вот, кстати, как раз идет экскурсия. Группа стоит возле статуи Святого Николая. Им рассказывают про историю, наверное, о том, как мощи Святого Николая попали с территории Турции в Бари. Я спустилась в крипту базилики. Вот здесь за ограждением находится алтарь, под которым могила Святого Николая. Вот это алтарь, под которым находится мощи Святого Николая. И чем уникальна эта крипта, чем уникально это сооружение? Ну, во-первых, оно уникально своими капителями и колоннами, которые все разные, ни одна не повторяется. Они совершенно разным орнаментом, одни растительные, одни звериные.
Капители все разные, но и колонны сами разные. Но самое главное, чем уникально это сооружение, тем, что здесь есть как католический алтарь, католический предел, так и православный предел. Вот эта часть – это православный предел, где все сделано по нашим православным традициям. Есть иконостас. Он был сделан специально для того, чтобы Русская Православная Церковь проводила здесь свои службы. И тем не менее, наш батюшка православный, уже по старой привычке, русские священники проводят службу здесь, за этим ограждением, на католическом алтаре. Это мы в Илате отдыхали, ездили на экскурсию в Вифлеем, в Иерусалим. И там и сделали, да? Нет, просто это светило, так что это. Хотя он освященный крест, но все равно. А вот здесь икона за ограждением, куда люди наши и не наши бросают записочки с деньгами, записочки с просьбой святому Николаю. Сейчас немноголюдно, сейчас службы нет, поэтому, видите... Санта Люка. Люка. Да, вот так вот идешь, поворачиваешься, а тут церковь оказывается. Нет, это из разных материалов подвижных. А тут книга. Вообще. Очередной храм. Сами. Похоже, да? Ну, узкие улочки. Но самые, мне кажется, узкие. Это... А, нет, да, Венеция. Вы проедете еще в Джовинаццо? Здесь вообще рядом. В Трани, в Джовинаццо проедете. Так давайте я тут сфотографирую. Я сюда захожу, то когда заблужусь. Вот иду конкретно к замку, но если я не туда сворачиваю, все время попадаю на эту улицу. Так, еще один храм, Сан Джованни Кристомо, 8-е столетие. Тут уютненький такой дворик, возле него, видите, лавочка стоит, мопед. Там люди на балконе отдыхают. Да. И вот мы заметили, что... Так, Лора заметила, что, смотрите, там пули... Почему-то. Тут была какая-то перестрелка. Церковь Санта Кьяра. И вот это ее пароккия. Так, мы идем. Как одесситы говорят. Бабушки сидят. Видите, вот там тоже, что в стене. Вот. Да, тоже Падре Пио будет. И какая-то монахиня. Мы идем к замку. Здесь вообще море когда-то было. Вот здесь было море, и замок вот омывало, вот с этой стороны омывало море. Видите, как отступило? То есть это раньше была набережная, когда-то давным-давно, бульвар. И вот эти дома стояли, я так понимаю, на береговой линии. Это была первая береговая линия, да. А теперь... Здесь такая вот улица проходит, парковка невероятная, огромных размеров. А за парковкой, вот там вот порт. Вот там порт. Это порт большой, где приходят большегрузы, где приходят лайнеры, танкеры и т.д. и т.п. Не танкеры, это называется таргетто здесь. Таргетто – это паромы. Паромы. Идеальная машина для местных реалий. Идеальная просто. Вова, не трогай ее. Трогай. Смотри, но не это трогай. Это кабриолет. Мне крыша открывается. Да я шучу. Люк, это люк. Ну, это типа люк, да. Снимем люк, получится кабриолет, и правда. А впереди багажник. Да. Горбатый спорожец, снег. Ну, тогда.
правда? Да, красота. Бари, он такой необычный. Юг Италии, он вообще такой необычный. Если, например, север и центр Италии, ну, все знают. Кто не видал Тоскану, даже если не приезжал, то он имеет представление человека об этой части, потому что все города эти на слуху, и все достопримечательности на слуху. А вот юг Италии, его знают хуже. Он неизведанный и очень интересный. Да, так самое, что интересное, Барри читала, видела, когда в аэропорт приезжаешь, ты видишь, я никогда не обращала внимания. Но я понимала, что это Италия. То есть мы в Италии были 3 раза. Ну вот, как раз весь север. Где там, вы были до этого? Мы были, начинали, как все, там, с Римини, и вот это все там. Что напоминает? То, что ты здесь видишь, что напоминает? Ничего не напоминает. Вообще ничего не напоминает. Да, вообще прикольно. То есть, ну, естественно, Венеция, Флоренция. Второй раз мы поехали сами, немножечко поменьше я долбила. Мы проехали сами, практически до озера Гарли, Сермиони, до Санзана. То есть вот эти все, вот эти городишки. Были в Сиене, были... В Венеции в Риме даже Новый год отмечали. Ой, как здорово. Да, то есть вот были, естественно, в Ватикане. 3 раза у нас такие прям автобусный были. Автобусный тур был от Неаполя до Венеции. Ну, Рим. Кафедральный собор Бари, церковь Сан-Сабино. Он тоже большой, красивенный внутри. Выходят люди. Ну, знаешь, когда живешь уже, то оно становится, ну, как бы обыденностью все это. Когда люди живут на море, то ночь, когда успеют. Вот там большая икона, видите, с той стороны? Вот там икона. А влажность очень большая в домах. Они на улице, слушай, потому что ты видишь, чувствуешь, какой здесь ветер, какой, как сказать, сквозняк. Если в доме, зимой особенно, в доме будет очень долго сохнуть, все стены плесенью покроются. Мы подошли посмотреть этот иконостас. Видишь, ржавчина весь покрылся, потому что все-таки влажность, сырость. Воздух соленый. Да, соленый морской воздух. Какие-то архангелы тут. Загляни туда, загляни, посмотри. Да. Ух ты. Мы зашли во двор. Это монахиня Сор Элия ди Клементине. Элия ди Сан Клементине Кармелитана Скалса. Монахиня. Это монахиня, сестра Элия ди Сан Клементине. Сан Клименте. Мы гуляем по старым улицам Бари. Вот я только что показывала икону, показывала улицу. Ну, красиво здесь, ребят. Ну, что сказать, приезжайте в Бари. Вам нравится? Вообще, мы в восторге. Вот и Ларисе с Володей нравится. Говорит, классно, приезжайте. А Лисечка вообще... Ой, мальчишка промчался. Гораццо на бичиклете. Рогаццо. Дворик недалеко от базилики, очень красивый. Ботега Николаус написано. Ну, пойдемте смотреть Ботегу Николауса. Идемте. Скузате. Скузате. Это изображение базилики. Тут все, смотри, все символы Бари. Это базилика Святого Николая. Это
видишь, вся набережная, вот эта вот набережная, которую сделали фашисты, она вся будет в таких, с такими красивыми фонарями, да, и вот эти фонари тоже символ Бари, между прочим. И вот здесь старые здания какие-то, все обрушенное, разваленное. Такой дворик с мопедами. Тупик. Да. И вот это Падре Пио. А, вот который почитаемый, да? Да, святой Падре Пио. Сан Пио, да, он очень почитаем всеми итальянцами. Кстати, видишь, тоже на нем, сверху на крыше от голубей защита. Защита от голубей, видите? Это типа святой уголок такой они делают себе. Ну, а так вообще дворик ничем не примечательный, старенький. Вот. Ваши. Наши, наши, ваши. Тут наших больше, чем итальянцев. Ну, вот это апулийская керамика, видите, какие красивые тарелочки. Маленькие, большие, очень красивые, белиссимые. Sono bellissime. Quanto costano? Piccola e grande? Dipende, 6 euro, 2 euro, 12 euro, 15 euro, 18 euro. Più piccola 6 euro. 6 euro. E più grande? Più grande 6 euro, да? Quella grande. 30. Вот эта вот большая тарелочка 30 евро, да, а малюсенькие по 6 евро, так, чтобы вы имели представление. Si fatto a mano? Все вручную, ребятки. Я понимаю, да. Все вручную. Это, ребят, возле самой базилики улица с сувенирными лавками. Видите, какая тут красота. Grazie. Да, как говорится в Инстаграме, не сфоткал еду, значит не ел. Мы с Ларисой, с Володей сели поужинать. Ну, в общем, это длинная лапша на букву Т, я уже забыла, как она называется. Та, ну какая-то, в общем, нарезка. Очень вкусная, с морепродуктами. Мы сидим в ресторане Борго Антико, пьем чудесное вино Примитиво. Не все, правда, пьют. Да, некоторые предпочитают не пить. Делаю вот. Грапу. Примитиво – это местный сорт вина, и это локальное местное вино, апулийское. Примитиво из Тенута Виллионе. И вот такой у нас хлебушек. Короче, мы приступаем. Приятного нам аппетита, ребятки. Спасибо. И всем приятного аппетита. А, давай, давай. Что там такое? А внутри мягкий сыр строчателло получается. Ох, ничего себе. Ну попробуй уже. Дай мне. Это, наверное, бомба. Горяченькая, нет? Нет, оно холодное, потому что сырое. Понравилось? Это сыр буррата. Это сыр буррата, то есть штучка одна буратино, вообще сыр называется буррата. А внутри у него сыр строчателло внутри. Вот эта мякоть строчателло называется. Ну, это местный сыр, очень знаменитый, буррата. Вот такая у нас... Реально даже фотки не видел. Ну, ладно. Вот такая у нас пицца. Пицца с сушеными вялеными помидорами, с прошутто и с одной буратиной. Буратино, видите, сыр такой внутри. Очень прикольная. Я уже приехала домой и разворачиваю подарочки, которые мне Лариса с Володей принесли. Смотрите, что это... Тут их было 6, я сказала. Это зефир свежий, очень мягкий. Обалдеть! Я обожаю зефир, я обожаю свежий зефир. Спасибо, ребята, это фантастика. Девчонки мои оценили, я оценила, очень вкусно. Спасибо Грация, огромное. Грация, мама. Это не мама, Грация Лариса, надо говорить. Да, она уже О, Розали понравилось. Вот такая у меня получилась прогулка. Обрываю на полусловие, потому что мы уже потом после ужина, я спешила на поезд, а ребята меня провожали.
Я сегодня познакомилась с очень интересной парой из Мурманска. Вы знаете, канал на вот мои все социальные сети, канал на YouTube, на Яндекс.Дзен, Instagram чудесным образом привлекает ко мне огромное количество интересных людей, с которыми мне интересно общаться. Я сегодня вот встречалась с людьми, я рассказывала им что-то о городе, что я знаю, водила их места, фотографировала их с прекрасной семейной парой, с Ларисой и Володей. И вы знаете, вот бывают такие встречи, с которых ты уходишь домой на таком подъеме, что я, ну, не только я поделилась энергией, но и я и сама энергии хорошо получила взамен. Такой приятный энергообмен. Ради таких встреч, ради таких моментов и стоит вести канал. Вот честное слово. Кумима Шивалу. Андиама? Забираем Розалику из школы, из садика. Давай. Стой, 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 стой. Так, сюда. Давай. Адору Шивалу. Браво. Смотрите, у нас какое украшение возле садика. В принципе, что в Италии, что в Беларуси, крашеные шины. Лучшая клумба. Расческу несет в руках. Вчера расческу. Дети там побились в группе за расческу. Поэтому сегодня мы уже расческу не брали в сад. Вернее, ее вчера она там забыла. И сказали больше не приносить. И шапочку тоже сказали не приносить, а то тоже за нее бьются. Покупаю Розалину Гримбюли форму. И на этом я буду свой влог заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новом видео. Всех целую, обнимаю и шлю вам солнышко и тепла из Италии. Чао-чао. Алетто! А теперь все алетто. Это значит пора спать.